Глава Чувашии Михаил Игнатьев стал гостем информационно-аналитической программы «Отражение» на общественном телевидении России. Каждый день в рамках телепроекта ведущие, эксперты и руководители регионов общаются со зрителями в режиме реального времени. Прямой эфир за полчаса, более 20 вопросов. Редакционный телефон не замолкал ни на секунду. Жительница Чебоксар поинтересовалась, насколько скоро в микрорайоне Новый город построит больницу. Мы в шаговой доступности медицинскую помощь оказывали и будем оказывать. Мы строим ФАПы, мы строим в городских округах, новых микрорайонах, где идет комплексная застройка территорий. Выкупаем имущественный комплекс, оснащаем медицинским хорошим современным оборудованием, и в шаговой доступности, и в этом микрорайоне в 2017 году будем оказывать медицинскую помощь. Поступали звонки и из других регионов. Их жители волновали экологические проблемы и вопросы реализации чувашских продуктов. Телезрительница Ольга из Нижегородской области рассказала, что уже приезжала в Чебоксары. Впечатлениями поделилась в прямом эфире. В 2015 году я была у вас в августе и делала операцию. Мне меняли имплантант на коленном суставе. Вы знаете, я думала, что я попала в Америку. Может быть, глупые сравнения. Во-первых, культура, внимание врачей, медсестер. Но за полчаса прямого эфира ответить на все поступившие в редакцию вопросы не удалось. Михаил Игнатьев пообещал взять все на контроль. Электронные письма и смс-сообщения от зрителей тоже не останутся без внимания. Дмитрий Ковалев, Республика.